Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. В общем-то, у нас есть пару незаконченных дел. Сейчас попробуем выполнить этот невыполнимый, короче, ивент на Кранозавра. Еще хотя бы один бой здесь пройти. Да, но перед этим, конечно же, напоминаю, не забудьте подписаться на канал моего друга Злобного Мишку. Он сейчас старается и каждый день выкладывает видео по миру юрского периода. Вот такие вот дела, ребята. Так, ну а мы возвращаемся к нашим делам. Сюда давайте зайдем позже, надо сейчас размяться, потому что туда без разминки нельзя заходить, там все очень страшно, очень страшно и ужасно. У нас есть no KO, нам нужно взять и всех победить. Кем мы это будем делать? Можно взять и одного Индоминуса, например. Ну, для компашки кого-то взять. Ну, Таника Лагреуса. Ну, чисто так пусть будет для подстраховки. Так. Вот так, убрал эту надоедливую надпись в уголку, которая постоянно зависает. Так, что-то как-то громковато. Давайте так. Ну, не. Они не старались накопиться, хотя, может, и старались. Сколько баллов у Тирекса? 4. 6,4, 24, плюс бонус. Эх, зря, мог бы сделать больше. Так, супер редкий набор, это давайте. 1000 генов никогда не помешает, и вот эти вот очочки, да еще и динозаврик, стегозаврик. Так, ну, как говорится, нужно перекреститься перед тем, как заходить сюда. Еще и глаза закрыть желательно, чтобы не испугаться. Так, ну у меня, как видите, освободилась парочка динозавриков. Ну, Метриофодон, Юдон там 30-й освободился. Но я не скажу, что здесь стало как-то все легко и обнадеживающе. Вот не знаю, так, он подменится. Там бы, конечно, желательно, чтобы была амфибия, но амфибия не будет бить больше. Вот так вот как-то давайте попробуем. Может, повезет нам пройти этот бой. Это великое испытание, ребята. Вообще-то надо было защиту поставить. Он же меня за один удар свалит. У, ребята, очень повезло. Очень, очень, очень повезло. Не знаю, стоило ли сейчас защиту ставить 3. Наверное, не стоило. Так, на следующий ход он получит уже 3. Ну вот смотрите, не хватает 100 с чем-то баллов, блин, а. Так, блин, надо как-то подменяться, ребята, сейчас мне. Да. Шанс у нас есть. Это зависит от нашего врага, конечно. Хорошо, что он хоть за один удар меня не убивает, но он проатакует на 6. Давай, yes! Yes! Yes, 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 yes. Противный стегоцефал. Я его за 2 удара легко съем. Ну, он меня тоже за 2 удара съедает. Ну, я могу 3 в защиту поставить, а 3 в перенос. Yes! Это победа, ребята. Это эпик вин.
мутант. Да, в прошлой серии у нас был главный противник Тропиогнат. Тропиогоптер. Мутант. Нет, он был Тропиогнат. Просто, блин, это уже начинает, это гибриды в голове начинают путаться. Yes! Мы это сделали. Это у нас великая победа. Пусть за нее нам никакую награду не дадут, но это челлендж. За 50 генов. Это вам, знаете, как какой-то бой на спор. Дело принципа. Так, смотрим, кто у нас же следующий противник. Смотрим, плачем, закрываем и выходим. Так. Ну вот не было бы здесь капразуха, было бы поинтереснее. А так чем убивать 21 тысячу капразуха, скажите мне? Чем? Ну, а Метриофодон целых 2 дня освобождается. Ну, короче, нам тут не судьба пройти. Да, то есть я не могу сделать вот так. Он подменится на капразуха. Ну чем мне его убивать, ребята? Чем? 2000 сила удара Астапозавра. 2000. Ну, опять же, тут нужен был бы еще Сигнозух. Это подменится на того. Ну, я потеряю Дилоса. Ну, вот так. Чисто для эксперимента. То есть 100% мы здесь проиграем. Просто прощупать немножко нашего противника. Конечно же, он сменится. Я даже не могу там как бы уберечь особо эрлифозавра своего. Ну, завалить капразуха, я думаю, смогу. Но это не точно. Блин, а ну это подло. Это очень было подло. У него 1 балл остался. Все 6 ушло, ребята, все 6. 21 тысяча капразуха. Амфибии просто издеваются над нами. 1, ну конечно же, да ему полудара хватило бы. Но он сейчас подменится и меня завалит. 5, ему 2 удара хватит с лихвой. О, ну он на 3 проатаковал. Давайте немножко поиздеваемся над ним. Так, ну просто так, вдруг повезет. Каким-то образом он не захочет нас проатаковать. Но вряд ли. Хотя бы на 2, на 3, ну да, проатакует. Вот так. Ну ничего. План минимум я выполнил. 2 боя. 2 боя. Давайте хоть пойдем посмотрим на кранозавра. Что ли. Какой он там у нас. Ради кого мы так долго старались. Крони. Вот наш кранозавр. Большой удар, мало жизни. 800 жизни, обычный легендарный дракон. Дракон. Амфибия обычная, легендарная. Вот так вот он выглядит. Это, кстати, довольно крупный-то динозавр. Кранозавр. Это крупный представитель. То есть там недалеко от мазозавра. Базилозавр тоже крупный. Леоплевродон, он же Predator X, тоже крупный. Ну, в общем-то, вот такие вот у нас отличия. Вот. И вот. В целом, конечно, слабенький он. Но удар хороший. Как для легендарного, обыкновенного, ребята. Ну, вот еще у нас Леоплевродончик.
Красавчик. Вот так. Так, что-то еще хотел показать. Мне Унай... Унайринха, да? Мне Унайринха, по-моему, просили в комментариях показать. Вот наш Унайзавр, кстати. Унайзавр. Мы его скрещивали, по-моему, с Рамфаринхом, которого, по-моему, я вот до сих пор не прокачал. Скафагнат, один Морфодон, Топижар, Топиелозавр, Птеранодон. Так, где же ты у меня находишься? Где-то здесь. Вот, Рамфаринх. У нас еще никаких ринхов не было. Эдиоморфодон. Ну вот что-то вроде как не вспоминаю. Ты у нас кто? Пеликаниптерикс, Лимнаринг. Лимнаринг еще. Унайринг. Не, это должен был бы все-таки быть. Так, а где же мой Унайзавр? Он здесь где-то должен быть. Давайте его поищем. Птеродактиль, птеродоустра. Таниколагриус там балдеет. Так, а где же Унайринг? Где у меня обитает Унайринг? Это у нас Траодон вообще лежал. Я думал, это какой-то у нас длиннокогтистый. Да, так, ребята, что-то не могу его найти, где он мне находится. Пойдем тогда искать вот так. Гибриды. Чего? А, не туда пошел. Не туда пошел, ребята. Это мне нужна была вот эта штука. Гибриды. Гибриды. Так, у него чем-то рожа, кстати, на Анкилодука похоже. Клюв такой. Вот, Унайринг. Перейти. Вот, ребятки, Унайринг. Так, у меня их, да, мало. Вот так выглядит он на 10 уровне. И вот так вот выглядит на 40 уровне. Довольно крепкий травоядный, ребятки. Кстати, что у нас тут про него пишут? Как это все собрать? Ну, что оно такое глючное? Ну, как это называется? Ну... Так, Унайринг весит довольно мало, всего 45 килограмм, как взрослый доберман-пинчер. Так, вы знаете, что Унайринг означает морда черной воды? Морда черной воды. Он получил название по цвету своего клюва. Очень логично. Так, в среднем рост Унайринга составляет 60 сантиметров, и он может развивать скорость почти 95 километров в час. Это какая-то мистика. Страусы так даже не бегают. Так, хотя Унайринг питается в основном растительностью, он всеядный. Его иглоподобные зубы отлично подходят для ловли рыбы. Вот такие вот дела. У нас даже про гибрида уже что-то написано. Будем как бы читать. А на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.